сегодня. Ребенка из поезда выбросили. Только не умирай. У каждого подкидыша своя история. Я оформила на ним опеку. Все, с меня хватит. Ты что, не понимаешь, что это на всю жизнь? Его бросили дважды. Антошку обратно подкинули, его спасать надо. Подкидыши. Сериал о ненужных детях. Сегодня в 20:55 на Домашнем.